Для Ирана явно недостаточны те транспортные коридоры Юг-Север, которые на данный момент существуют. Фактически сегодня это только порты в северном Иране и Астрахань. Но Астраханский порт явно не соответствует современным требованиям порта, который может быть главным портом в товарооборотах между двумя такими мощными государствами, как Россия и Иран дороги, ну скажем так, по территории Азербайджана дорога современная, скоростная, дорога европейского уровня, которая смыкается в районе Ленкорани с иранскими дорогами. Но дальше мы переходим от дороги Самур-Дербент-Махачкала. Но тут хоть стой, хоть падай, как говорится. Это проселок который в дагестане называется дорога смерти которая совершенно не соответствует никаким требованиям к транспортным коммуникациям я думаю что для ирана это одна из важнейших вещей это прозрачность вот этого вот пути тем более с вхождением армении в таможенный союз а армения ближайший союзник ирана армяне показали себя верными партнерами ирана в годы блокады как и иран тоже отвечал взаимностью между прочим а армении конечно для ирана это тоже меняет Потому что таможенный союз впервые подошел вплотную к иранским границам в лице Армении. Теперь товары из Ирана в Россию могут идти через Армению, в таможенный союз в целом. Поэтому для Ирана это, конечно, важно. Рамзан Кадыров является одним из главных факторов стабильности и безопасности на Северном Кавказе. Поэтому, естественно, интерес к нему со стороны таких политических центров, как Иран, в частности. Что касается Осетии, ну понятно, это важнейшая транзитная республика, потому что военно-грузинская дорога ЛАРС была, есть и остается единственной, собственно, с более-менее нормальной транспортной артерией, которая позволяет из Армении, а стало быть и из Ирана теперь, товарообороту вот так вот перемещаться вглубь России и выйти на российские рынки внутренние. Я думаю, что поэтому, в частности, вот Иран именно так активно ведет такую активную, э, скажем так, народную дипломатию, ну и разную, и, и, и именно в этом регионе. Северный Кавказ с вхождением Армении в Таможенный Союз приобрел ключевое стратегическое значение.